Давайте реально подытожим все, что случилось на неделе. Этот выпуск реальных итогов я хочу начать с события, которое начнется завтра. Это голосование в социальных сетях по поводу восстановления памятника Дзержинскому на Лубянке. Лубянской площади в Москве недолго осталось пустовать. Уже завтра на платформе «Активный гражданин» начнется голосование. Москвичи сами выберут исторического деятеля, памятник которому установят на площади. В шорт-листе Феликс Дзержинский и Александр Невский. Я к этому событию отношусь понятно как, я об этом уже писал видео. Я считаю, что в 93-м году памятник рушили прежде всего на символьном языке, показывая, что Россия, Советский Союз, отказывается от коммунистического прошлого и становится в строй либеральных стран третьего мира. А сегодня, на фоне тех вызовов, которые происходят вокруг России, а у нас этих вызовов очень много, вокруг нас есть несколько незавершенных конфликтов, у нас есть санкции против Северного потока. У нас постоянное какое-то давление, санкционное давление на Россию, потому что мы там кому-то не нравимся. И на этом фоне собрать страну и собрать ее идеологически становится чрезвычайно важным. И возвращение памятника Дзержинскому на Лубянке является символьным языком того, что к власти снова приходят люди, которые не дадут страну в обиду, которые воссоздадут. Россия и так социальное государство, но сделают его более обращенным на интересы людей. И это событие, а голосование по возвращению памятника будет длиться несколько дней, с 25, по-моему, по 4 марта. Это историческое событие, которое должно завершить 30-летний цикл вот этой вот вакханалии. С чем я всех, собственно говоря, и поздравляю. Я не знаю, чем закончится голосование, но у меня есть четкое ощущение, что вот этот период времени подходит к логическому завершению. Кстати, информационная война по поводу этого голосования идет полным ходом. В сети уже появляются анекдоты на эту тему. Ну, например, один из образцов. Ад, у чертей перекур, четверо бедолаг, попавших в один котел, пользуются паузой, чтобы перезнакомиться и узнать, кто за что сидит. Один сказал: «Я маньяк». Нехорошо. Второй говорит: «Я террорист». Это ты зря. Хотя что уж теперь. Третий говорит: «А я голосовал за памятник Дзержинскому на Лубянке». «Ну это полный беспредел», – восклицает маньяк с террористом. Все поворачиваются к четвертому, который тихо сидит и помалкивает: «А ты что натворил? А я Дзержинский». Это анекдот, который, естественно, обращен на молодую аудиторию. Молодая в данном случае – это 20, 25, 30, 35. То есть люди, которые истории не знают, но очень хорошо воспитаны камеди-клабом и всякими смешилками. И я включился в эту работу, на ходу сочинив анекдот в противовес этому. Четверо в котле пользуются паузой, чтобы познакомиться. Один говорит: «Я маньяк». Второй: «Я террорист». Третий говорит: «Я тот, кто первым начал сносить памятники в СССР». «Ну ты козел», сказали остальные. А четвертый тихо промямлил: «А я был сочинителем анекдотов, чтобы оправдать снесение памятников и чтобы Россия была колонией». «Да ты вообще конченая сука», – сказали черти и затушили окурки. Мне кажется, что в такую работу сегодня должны включиться все до единого люди, которые знают историю 20 века, знают, кто такой Дзержинский, что такое дело послов в 18 году и за что Дзержинского ликвидировали в 26-м. Потому что современная молодежь ничего этого не знает, а знает только англосаксонскую пропаганду. Вы же понимаете, против кого работала контрразведка? Против иностранных разведок. И вы понимаете, кто сейчас выступает против восстановления памятника основателю контрразведки? На прошлой неделе произошла гуманитарная катастрофа в Техасе. Эта катастрофа связана, во-первых, с резким похолоданием и связана с энергетическими проблемами в единой энергосистеме Соединенных Штатов Америки. На самом деле, единая энергосистема там достаточно фрагментарна. Техас – это отдельное государство, которое имеет перетоки от Атлантических штатов, да, и имеет перетоки немного от Мексики, но это небольшие перетоки. И нужно сказать, что сейчас в сети ширится мнение о том, что первые указы, которые подписал Байден, были направлены на то, чтобы дать зеленую улицу, так называемой зеленой энергетике, это ветряки, там солнечные панели, и
заблокировать генерацию на основании традиционных видов энергии. Это уголь, это мазут, это тепловые электростанции и атомные электростанции в том или ином виде. То есть генерация традиционными незелеными способами была заблокирована. Зеленая как бы была выпущена на свободу, но случились такие погодные катаклизмы, что солнечные батареи и ветряки просто были выключены, они не смогли генерировать. И это привело не только к гуманитарной катастрофе вообще, но это привело к большим, значительным человеческим жертвам. И похоже, что Техас в данном случае то ли наказывают за его позицию по выборам и фальсификации на выборах, то ли наказывают за то, что Техас является ядром и источником конституционных исков о неправомочности изменения конституционных законов другими штатами, где максимальная фальсификация. Это на самом деле политическое действие. Ну, это погодное, экономическое, это инфраструктурная проблема, но она имеет неразрывную связь с политикой, с тем, что произошло в Соединенных Штатах Америки в прошлом месяце, а это инаугурация Байдена, это выборы Трампа. В любом случае, хочу сказать и обратить внимание на 3 марта. 3 марта – это день Конституции Соединенных Штатов Америки. В этот день начал работу Конгресс Соединенных Штатов Америки 250 с лишним лет тому назад. И тот факт, я его уже озвучивал, что в отелях Трампа в Вашингтоне именно в этот день цены на размещение гостей выросли в 3-4 раза, говорит о том, что в этот день готовится определенное мероприятие в самом Вашингтоне. Это историческое событие, это День Конституции. И похоже, что Трамп будет там. Это будет День Конституции. Это будет День конституционного строя, защиты конституционного строя. Чем это закончится, можно гадать, конечно, бесконечно. Я не буду здесь заниматься ванкованием, потому что это не моя задача. Но в любом случае, и хочу сказать, что трагедия в Техасе, связанная с инфраструктурными проблемами и политической волей отдельных групп, она является определенным спусковым крючком недовольства федеральным центром, который, кстати, до сих пор еще и не оказал нормальной помощи людям и всячески продемонстрировал свое пренебрежение. Ну, то есть, демократы, правящие в Вашингтоне, к республиканцам, а Техас – это традиционно республиканский штат, оказывают им определенное неуважение. И все это вкупе должно вылиться в какие-то события, которые мы, ну, наверное, увидим уже после 3 марта. Я уже писал ролик по поводу Виктора Медведчука, его медийной группы, закрытия его убыточных каналов, которые можно было просто так сбросить, а можно сделать из этого политический спектакль, о том, что Медведчук играет роль жертвы, и Оксана Марченко в лучших традициях жен репрессированных или людей, находящихся под ударом, подхватывает политическое знамя и становится в строй. Так было с Тихановской, так было с Юлией Навальной. И сейчас, поскольку Медведчук становится в позицию жертвы, выступление Оксаны Марченко с политической, политтехнологической точки зрения, конечно же, достаточно интересно и привлекает внимание. Очень многие блогеры, политологи, политтехнологи отреагировали на это выступление, обратили внимание, что Марченко чуть ли не претендует на первые роли в государстве. То есть она вполне может стать президентом Украины. Вообще, женщина-политик в Украине – это достаточно серьезная фигура. Она востребована. У нее всегда будет электорат. И вот это заявление о том, что Оксана Марченко со своим фондом вступает в политику – это заявка на будущее стопроцентная. Но несмотря на то, что Оксана Марченко – это, конечно, квалифицированный телеведущий, это человек, который имеет колоссальный опыт общения с большой аудиторией и влияет на толпу, тем не менее, вот этот шлейф холода Медведчука, что это достаточно закрытый холодный политик, олигарх, который, как однажды уже было заявлено, интересуется прежде всего и руководствуется финансовыми, бизнесовыми интересами, а потом уже вопросы принципов. Да? Здравствуйте, друзья! На днях вышло одно очень любопытное журналистское расследование, которое, к моему удивлению, не вызвало особого резонанса, хотя оказалось достаточно сенсационным. Журналисты программы «Схемы» выяснили, что олигарх Игорь Коломойский и пророссийский политик Виктор Медведчук являются деловыми партнерами и имеют совместный бизнес в энергетике, металлургии и медиа. Оказалось, что Виктор Медведчук является совладельцем
телеканала 1 плюс 1. Да-да, вот того самого телеканала, который в России и ЛДНР называли рупором украинских карателей и фашистов и считали, что он сеет ненависть к жителям Донбасса. Я не буду пересказывать это все расследование подробно. Вы его можете найти и прочитать сами. Я в описании даю ссылку на это расследование. Оно стоит того, чтобы его прочесть, хотя бы просто для понимания всего цинизма, да, и всех реалий украинской политики. Я лишь скажу о том, что это расследование, это, знаете, не какое-то допущение, да, это факты. И Виктор Медведчук абсолютно не отрицает того, что имеет общий бизнес с Коломойским, он уже прокомментировал это расследование. И в ответ на вопрос журналиста, который спросил, ну как же так, вы же вроде там пророссийский политик, Коломойский, ну сами знаете, да, кто для России, Медведчук ответил буквально следующее. Вы же идеологически разные совсем люди. Ну, вопросы бизнеса есть вопросы бизнеса, причем тут идеологически? Это все настолько прекрасно, что у меня даже нет слов. Вот этот шлейф, он, конечно же, от Оксаны Марченко никуда не денется. И я не думаю, что, например, вот Юрий Подоляка сказал, что это вот Оксана Марченко, это прямо прямой кандидат на президентский пост. Так рассуждает любой прозападный политтехнолог. Я думаю, что ситуация намного сложнее, субъектов игры на порядок больше, чем Виктор Медведчук и его противники. И прикупа вот в этой игре не знает никто. На днях я публиковал интервью с Евгением Фараховым, и в этом интервью было сделано достаточно, ну, для меня неожиданное заявление о том, что Владимир Громов, это контрразведчик, глава контрразведки ЛНР, является автором концепции завершения Майдана и завершения войны на Донбассе. Так вот, самоведение процесса сближения и дальнейшего трансформирования в РФ и завершения войны на Донбассе предлагает Громов Владимир Владимирович. У него есть некая программа, с которой мы частично знакомы. Эта программа была разработана Громовым, ну и находится где-то в папочке там, это самое. Концепции ее немножко нам раскрыли. Она очень, очень продуктивна и очень благоприятна. Именно для установления статуса конституционной Украины на Донбассе, системы двигаться к переформатированию административно-территориального управления на всей Украине с дальнейшей интеграцией в РФ и вхождением в союзное государство. Я общаюсь с Громовым достаточно давно, но ни разу я вот в такой постановке вопроса не слышал. И, честно говоря, для меня вот это откровение было неожиданным. При этом меня, я уже прошло два дня, да, я начинаю анализировать все эти разговоры, и у меня становится до конца непонятным, почему именно Фарахов заявил о том, что в принципе должны знать другие люди. То есть человек, ветеран, там, ополченец, да, живущий в ЛНР, берет и делает такое заявление. У меня даже появилась мысль, что, во-первых, это вышло на моем канале. Перед началом интервью мы вот этот момент не обсуждали. И у меня сложилось впечатление, что это либо вброс в темную, да, меня просто использовали в темную для того, чтобы заявить о такой концепции. Особенно с учетом того, что есть определенные планы у Медведчука. Недавно представитель Виталия Захарченко, бывшего министра МВД, сделал заявление о том, что если Донбасс, например, проголосует за Захарченко, то он готов стать представителем Донбасса в Киеве. То есть есть еще определенные планы относительно завершения войны на Донбассе и возвращения Донбасса в Украину. Естественно, под тем или иным соусом, под федерализацией, под особым статусом, как угодно, но возвращение и завершение войны. Тот политик, который завершит войну на Украине, это, конечно же, человек, который войдет в историю, и ему будут ставить памятники, как Феликсу Дзержинскому. И вот в связи с этим, понимая, что речь идет о возвращении, вспоминая текст Минских соглашений, да, то есть должны пройти выборы на Донбассе, а затем Украина должна разместить своих пограничников на
границы с Российской Федерацией. Донбасс должен вернуться в состав Украины. Это все Минские соглашения. Вот если взять Минские соглашения, перефразировать и посмотреть на концепцию, ну, например, того же Громова, да, о возвращении Донбасса на Украину, то по-хорошему речь идет о выборах, речь идет о каких-то конституционных действиях, которые позволят воссоединить Донбасс и Украину и, собственно говоря, закончить войну и Майдан. У меня есть ощущение, что эта концепция, если она существует, она на самом деле очень напоминает Минские соглашения. Она либо перефразированные тезисы Минских соглашений, либо это что-то отдельное, о чем мы, конечно же, со слов человека, живущего в ЛНР, до конца знать не можем. Но у меня даже возникает вопрос, а есть ли эта концепция? Раз. Не является ли она перефразированием Минских соглашений? И в любом случае меня как украинца этнического, да, то есть человека, который является гражданином России с 2014 года, меня интересует, как завершится война на Украине, как завершится этот Майдан и какая механика, дорожная карта. Какая последовательность действий. И вот поэтому я и рассуждаю обо всем об этом. И вопрос, который у меня возникает, это... Не Минские ли это соглашения в другой формулировке, которые, в принципе, безусловно, послужат спусковым крючком для того, чтобы нынешние клановые группировки, управляющие страной, и которые довели ее до этого состояния, они, конечно же, сдуются, и начнется естественный процесс переформатирования Украины. То есть федерализация или какая-то другая история, которая будет происходить с Донбассом, и возвращение, естественно, приведут к тому, что внутренние противоречия, накопившиеся на Украине, а это языковый закон, это разные националисты из разных регионов, это территориальные батальоны, обслуживающие местных князей, олигархов. Да? А это огромное количество экономических противоречий, когда часть экспортеров ориентирована на Россию, часть на ЕС. Да? И импортеры тоже думают по-разному. И в конце концов пирог от экономики самой-то Украины, он все время сдувается, а едоков-то не сокращается. И все это приведет к тому, что Украина будет переформатирована. И она будет переформатирована на основании Конституции. Так вот, вопрос относительно того, что это за концепция Владимира Громова, не является ли она перефразированной формулировкой Минских соглашений, для меня, например, сегодня актуальна. И я понимаю, что эти вопросы, ну, Фарахову я сейчас уже не задам, но этот вопрос прямо висит в воздухе. Каким образом Украина будет переформатирована, закончится война на Донбассе, и Донбасс вернется не только юридически это и так признанная территория Украины, а еще и ментально, чтобы люди на территории это восприняли нормально, адекватно, и это не имело продолжения в виде войны на десятилетия. Напишите, что вы думаете по этому поводу. А что касается информационной политики на Донбассе, ментальное возвращение людей на Украину, то на самом деле дорожную карту я эту озвучиваю еще со времен своей работы в Крыму. В информационном блоке Республики Крым. Мне кажется, и я предлагаю эту тему обсудить, мне кажется, что для того, чтобы люди на Донбассе захотели вернуться на Украину, нужно сменить информационный блок в республиках. Почему это надо сделать? Ну, потому что люди, которые все время говорят, мы идем в Россию, что Украина нас бомбит. Не НАТО, не Запад, который оккупировал Украину, а именно Украина. Все время разжигается межнациональная рознь, что это Украина, Украины не должно быть. Представляете себе, да, соучредитель ООН устами определенных русских националистов, да, находящихся на Донбассе, концентрирует фокус внимания простого люда на тех людях, которые являются родственниками. То есть, по факту имеет место идеологическая информационная диверсия, связанная с тем, что подменяется образ врага.
Украина оккупирована в результате государственного переворота и в результате спецопераций иностранных спецслужб, развязана локальная война с участием олигархов на Украине, причем олигархов и тех, которые по одну сторону линии разграничения, и тех по другую, а они на самом деле единое целое, они между собой договариваются, кто какую роль будет играть, кто будет за украинских националистов, а кто будет за русских националистов. Вы помните, да, что очень многие нынешние, да, управленцы на Донбассе, которые кричат «мы идем в Россию», буквально еще осенью 2013 года топили за ассоциацию с ЕС. Это все как по команде, это договорники. И получается, что люди, которые все время настраивают жителей Донбасса на вражду со своими родственниками и соотечественниками по ту сторону границы, которые находятся в оккупации НАТО, и говорят, что это мы воюем с Украиной, это является подмена. И, кстати, это уголовная статья «Разжигание межнациональной розни». Потому что на самом деле этнические разницы, что дончане, говорящие на русском, что киевляне или харьковчане, говорящие на русском, разницы никакой. Это один народ. Это первое. Сменить информационный блок. Второе. Напомнить всем людям по обе стороны линии разграничения, что вся территория Украины вплоть до Равы Русской, знаете, есть такой город, да, он называется не просто так, Рава Русская, да, это граница западная Советского Союза в прошлом, да, и там начиналась война, обильно полита кровью дедов и прадедов. И что получается? Деды и прадеды положили свою жизнь на всю эту территорию, защищая и освобождая от немецко-фашистских захватчиков. А внуки, которые сегодня живут, да, у них не хватает ума, и они взяли и всю территорию просрали. Да еще и начали стравливать с украинцами, которые являются соотечественниками. Да, и рассказывают, что это мы воюем с украинцами. Ну, правда, нельзя сказать, что много ума. То есть, получается, в интересах Запада, который сюда пришел с войной, устроил всю эту вакханалию с руками самих же украинцев, у которых были украинские паспорта. Неважно, как там сейчас, но это люди, которые родились, которые являются потомками победителей Великой Отечественной войны. И вот эти потомки только в результате информационного блока, который им подменяет образ врага, они начинают сами делить территорию Украины и отдавать ее большую часть под базы НАТО. Вопрос. Кто назовет умными простых людей, которые не могут свести концы с концами, не в материальном плане, а в ментальном, и которые 7 лет не думают о том, а как остановить Майдан и вернуть всю Украину. Мы идем в Россию, наша хата с краю, мы никого не знаем, мы знать никого не хотим. Дайте нам хлеба, да, дайте нам зрелищ, и мы хотим в Россию, а вот тот бардак, который на Украине, а Донбасс это, между прочим, управляющая территория, самая многочисленная и самая промышленно развитая. Да? И вот называется, там начался бардак, а мы уходим. Это неправильно. Соответственно, нужно развернуть информационную работу по правильному целеполаганию всего населения. А для этого, конечно, надо поубирать отдельных людей, которые стравливают и создают условия для войны на десятилетия. Помните, как сказал президент? Мы единый народ, который разделили и стравили. Это и в масштабе Украины и России имеет место быть. И уже имеет место быть в масштабе одной Украины. Когда взяли один регион, отделили, путем развязывания прокси-войны начали бомбить, довели до крови. И дальше информационно, информационщики с обеих сторон подхватили и сказали, это мы воюем с русскими. Нет, это мы воюем с украинцами. Украины быть не должно. И все. Вот такой вот алгоритм восстановления единого информационного пространства и правильного целеполагания, чтобы освободить Украину из-под оккупации Европы, НАТО, Запада, нужно делать уже сегодня. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Это были реальные итоги.
События, которые мы обсуждаем, они в заголовках, ну, не так явно проступают, потому что мы говорим о процессах. Какие процессы, какие сценарии, какие концепции обсуждаются в поле, да, и, собственно говоря, по каким дорожным картам, по каким последовательностям прописанным действий мы с вами будем жить. В любом случае, хочу сказать, что и восстановление памятника Феликса Дзержинского на Лубянке, и собирание Украины в кучу, в результате которой она перестанет быть бандеровской прозападной колонией, а станет социальным государством и опорной точкой всего русскоязычного пространства в мире. А это, соответственно, сразу же повлечет сближение России и Украины и воссоединение в какой-то конфедерации, которая, конечно же, не будет Советским Союзом, но которая будет единым экономическим, таможенным, возможно, политическим, возможно, даже военным союзом. И это на самом деле прогресс. Это точка развития, это вектор развития постсоветского пространства, который я приветствую обоими руками. Разделяете ли вы мои взгляды на эти вещи? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте обсуждать эти вопросы вместе.